Более 60 жителей Ненецкого округа, начиная с 2015 года, получили сертификаты на реабилитацию в центре «Ручей». Он расположен в Псковской области. Автономная некоммерческая организация оказывает помощь людям, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью. О промежуточных итогах своей работы и сотрудничестве с Ненецким округом представители реабилитационного центра рассказали на круглом столе, который состоялся сегодня в комплексном центре социального обслуживания населения. Подробности в нашем следующем сюжете. Учитывая, что мы в тройке лидеров по употреблению алкоголя в России и третий с конца по численности населения, ведущий здоровый образ жизни, то тема очень актуальна для нас. Избавиться от пристрастия к алкоголю и наркотическим веществам жителям региона помогают в Центре реабилитации и психологической поддержки «Ручей» в Псковской области. Округ сотрудничает с автономной некоммерческой организацией уже почти 5 лет. За это время полный курс реабилитации прошел 41 житель региона. Ну, сейчас мы встретили двух девчонок, прямо тут раскланялись, разобнимались, потому что очень приятно посмотреть, потому что приезжают люди в очень тяжелом состоянии, с разрушенными судьбами, просто физически разрушенные, на грани лишения родительских прав, или уже когда это произошло, а тут пришли с детьми, улыбаются, хорошо выглядит. Программа реабилитационного центра представляет собой интенсивную психотерапевтическую программу, рассчитанную на срок пребывания в стационаре от 3 до 4 месяцев. Центр «Ручей» – это не одно место, как бы географически, это несколько точек на карте. Главным образом наши объекты находятся в городе Санкт-Петербурге и в Псковской области. В Псковской области находится центральный наш объект, это стационарный реабилитационный центр, место, где люди за городом в хороших условиях бытовых и в некоторой, так сказать, тишине изоляции от, скажем так, нездорового социума, могут пройти полный курс стационарной реабилитации. Он длительный, минимум 3 месяца он длится. Что это такое? Ну, в двух словах не объяснишь. Человеку нужно научиться счастливо жить трезвым. Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации в центре «Ручей» оказываются за счет средств окружного бюджета в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Ненецком округе». Стоимость одного сертификата составляет 198 тысяч рублей. В прошлом году на эти цели было направлено более 2,5 миллиона рублей. Получить сертификат могут жители Ненецкого округа, достигшие 18 лет и состоящие на учете в медицинской организации в связи с употреблением наркотических средств, психотропных, психоактивных веществ, алкогольной продукции, нуждающиеся в услугах по социальной реабилитации и ресоциализации. Добавлю, что в окружной столице представители реабилитационного центра «Ручей» проведут 3 дня. Они намерены посетить наркологический тубдиспансер и встретиться с участниками анонимного клуба людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. Ирина Никешина, Антон Водряков, телеканал «Север».